Как здорово, когда день рождения совпадает с Новым годом. А если это еще и круглая и очень почетная дата, значение праздника возрастает многократно. Сразу 5 ветеранов Великой Отечественной войны отмечали юбилей 1 января. Двоих жителей Щелково лично поздравил глава Щелковского района Алексей Валов. Вместе со своим замом по социальной политике Юрием Родионовым и представителем управления соцзащиты Георгием Опрышко. Трудно поверить, но Ивану Федоровичу Воротынцеву исполнилось 100 лет. Он начал военную службу еще до войны, прошел Великую Отечественную, много трудился в мирной жизни на благо развития и процветания Щелковской земли. Мы все вот стали здесь в ряд для того, чтобы слова благодарности вам сказать. И вручить, конечно же, вам и благодарственный адрес, и поздравление президента Российской Федерации, и подарок от губернатора, и подарок от главы. Я служил за Родину. Воевал, хорошо воевал, был командиром взвода, потом командиром роты. А до этого я служил в кавалерии. У меня записано было 15 убитых немцев, убит танк, уничтожен. Дорогие друзья! А Татьяне Сергеевне Илюшиной в первый день Нового года исполнилось 90. Такие труженики, как вы, для которых чувство долга перед Родиной на первом месте, всегда оставались надежной опорой для нашей страны, отметил, поздравляя именинницу, Алексей Валов. Ветераны полны сил и энергии, в том числе благодаря поддержке и любви близких людей, с которыми вместе встречали Новый год и свои личные юбилеи. Три правнука и бабушка. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».